Стол, например, там, не знаю, труба, там, все что угодно. Те, кто написал, сворачивайте в трубочку. Я многое делаю, потому что хочется, просто так хочется. Так, теперь берем еще листочки. И стаканчик. Теперь давайте напишем животное какое-нибудь. Надо будет, конечно. Сейчас придумаем историю, потом будем рисовать. Да? Итак, у нас есть предметы, у нас есть животные. А вот давайте. Вытащи любую. Сейчас мы хорошо перемешаем. Надо как-то перемешать. Только давай поглубже туда и какую-то одну вытаскивай. Так, открывай. Здесь у нас что? Здесь узнаем. Скрипка. Первое слово скрипка. Еще одно слово пара. Давай. Так, скрипка, запомнили, и стол. Так, а где у нас животные? Подождите. У нас животные здесь, наверное, да? Хорошо. Открывай. Да, мы сказали,
где у нас стаканчик с животными? Тигр. Тигр. Класс. Давайте пока остановимся. Скрипка, ну было нервы. Скрипка лежала на столе, пока не пришел тигр. А у нас там еще велосипед. А, пока не приехал на велосипеде тигр. Супер. Хорошо, начало уже есть. Нам нужно повесить вот туда лист бумаги и записывать. Начал ехать, играя на скрипке, такой вариант. Взял скрипку, а он вообще играть-то умеет на скрипке, он ее видел до этого? Нет. Не видел до этого. Бетховена. А что конкретно Бетховена? Ну, хорошо. А можем найти вот эту позицию? Играешь на пианино? Хорошо, значит, вот история такая. Взял, приехал тигр, взял скрипку, начал играть Бетховена. И он едет при этом на велосипеде? Да! А дальше что происходит? Врезался в стол. Падает. Врезался в стол, падает. А давайте выберем предмет еще. Я все время путаю. Есть у нас предмет, да? Давай. У нас еще один. Итак, все запоминают историю? Там, в принципе, все просто. Стул. Стул. Так, летал. Подожди, стоп. Летает, значит, кит в небе. Да. Вот. А, вот, отлично. Бетховен, значит, едет тигр, играет музыка. Вот, и под эту музыку, значит, падает, летит кит где-то там в небе, да? Сидит на стуле. Что ты читаешь? Тигр врезался в дерево и упал кит от этого. Ну, потому что он просто... А кто поможет тигру делать? Да, он там сидел. Кит на дерево. Кит на дерево, это хорошо. Нет, это же на дерево. Он попал на дерево. Да, на дерево. Да, это прямо пушка. Отлично. Мне кажется, вот консерва рыбная, прям супер, хорошо? Давай его оставим. Он немножко пьяненький, чуть-чуть. Так, ну что, с чего мы начинаем? Итак, скрипка. Нам нужно сначала нарисовать. Это рукой не делаю. Дети придумали свою игру. Давай. Это мой. Меня все просят. Давайте это будет. Хорошо. Осторожно, нам нужно сохранить. Нам нужно его сохранить. Конечно, у меня нет. Так, мне пить надо.
тогда не нужно снимать. Уже можно смотреть, как мы снимаем. Сейчас дальше. Задвигаемся. Можно все равно, что я вот снимаю? Конечно, я солнышко снимаю. Я люблю. Может, еще раз давай снимаем? Да, нужно двигать. Маш, ну как? Лучше. А ты так понимаешь, что там поедешь?